Добрые пожелания, слезы радости родителей, напутственные слова от учителей. Вчерашних выпускников детских садов сегодня впервые назовут гордым званием «первоклассник». Просторный актовый зал едва смог вместить всех желающих, ведь именно здесь поздравляли первоклашек и их родителей с началом учебного года. Еще бы, ведь именно в этом году первая школа города Бреста провела рекордный набор в первые классы за все 6 лет своего существования. Сегодня в нашей стране действительно очень большой праздник. Праздник каждой абсолютно семьи. Сегодня день знаний. Сегодня в школу пришли маленькие первоклассники, пришли выпускники, для которых прозвенел первый звонок, но в последний раз, который будет открывать для них последний учебный год. Я хочу пожелать всем ученикам, чтобы те цели, которые они ставят перед собой, те вершины, которые они стараются достигнуть, чтобы им все покорилось. Родителям хочу пожелать терпения, своим коллегам-педагогам хочу пожелать, чтобы их ученики радовали, и чтобы они получали удовлетворение от своей профессии. Именно сегодня тот день, когда радостно и грустно одновременно. Прощай, беззаботное детство, и здравствуйте, учителя, школьные друзья и новые знания. Не по-детски серьезные лица сегодня у маленьких первоклассников. А юный Кирилл и вовсе не вытерпел и задал свой главный вопрос: когда же начнутся уроки? Я хочу учиться. Появились друзья, и мне нравится тут. Я хочу получать хорошие оценки, чтобы у меня все было хорошо. Виктория Солодуха 6 лет назад молодым специалистом переступила порог первой школы и ничуть не жалеет. Ведь она видит плоды своих трудов, первые шаги, а потом уже и маленькие победы своих учеников. Сегодня радостной улыбкой встречает она малышей на первом в их жизни уроке, посвященном родине. Первоклассники подарили своей учительнице много цветов и сами не остались без подарков. Сегодня я получила первоклашек в комплекте. 25 учеников. Очень переживаю, потому что, как и дети, я впервые их узнаю, узнаю родителей. Конечно же, я увидела их улыбки, я увидела то, что они очень ждут этого дня. И мне бы хотелось, чтобы им было комфортно здесь, чтобы они не переживали за учебу. Я их буду поддерживать во всем. Много событий ждет впереди этих маленьких первооткрывателей. Однако с особой благодарностью они будут вспоминать первый школьный звонок и первую учительницу.